Everybody, you know, from around the world, you know, the Americans, Europeans. Каждый из нас, с Америки, Европы, Африки, со всего мира, говорим вам спасибо. Вы прекрасные люди. На Кубке мира можно увидеть, что люди могут спокойно жить в дружбе, без войн и споров. Мы наслаждаемся этим. Мы желаем россиянам и людям со всего мира добра и надеемся, что все мы вместе сможем сохранить мир. Everybody smiling, so that's very good to see. Все улыбаются, и это приятно видеть. Но я думаю, важно не забывать, как люди защищали свою свободу и независимость. Я мечтаю, что сейчас в этом мире не будет войны. И мы будем дружить друг с другом. И мир спасет Мир спасет мир. Мир спасет мир, да. We are from Israel, all right? We've been 2 days ago in a game. Мы из Израиля и позавчера были на игре Ирана. Иранцы очень дружелюбные и прекрасные люди. Если вы приедете в Израиль, то увидите то же самое. Мы все хотим жить в мире, и нам нравится такой футбольный мир. Политики тут нет. Okay. Politic is out. Мы, естественно, помним, потому что и деды, и прадеды остались там. И поэтому это никто не забыт, и дети это вспомнят. Поэтому вот скорбь и в то же время жизнь. Мир объединяется, и вот этот праздник, футбол, этому способствует.